тоже хочу присоединиться к челленджу. Но поскольку я сам стихов не пишу, но есть те, которые мне очень нравятся. Это стихи Евгения Бердименко. «Не плачь, я скоро буду дома. Не плачь, не нужно, Люба, слез, я выживу. Пусть словно из излома струится кровь, как сок весной берез. Не плачь, ведь как бы жизнь ни била, не разорвать мне ей на куски. Одно хочу, чтоб ты меня любила. И за Чечню прости меня, прости, не плачь, я знаю, тебе больно. Не плачь, я знаю, ты без сил. В Чечню я уезжаю не невольно. Так будет лучше, я уже решил. Не плачь, винить меня не надо. Не плачь, и главное, не трусь. Я представляю, как ты будешь рада, когда к тебе я из Чечни вернусь».